Крутая фишка была в конце, да? Если хотите, то расскажу, как такое сделать. Да, конечно, хотите, я же вижу. Но для начала мне нужно кое-что сказать. Привет, народ! Навьё подъехало! Рад вас видеть. Так, я не понял, что там произошло, но прошлое видео, если вы обратите внимание, вы посмотрели как-то не очень хорошо. А оно-то, ого-го, не один день, между прочим, снимали. Если вы пропустили этот видос по какой-то причине, то обязательно его посмотрите, но только после этого. И знаете что, давайте в этом видео проведем конкурс на обработку от меня. Давненько не было, но чуть попозже. А сегодня я вам расскажу, как сделать то, что было во вступлении. На самом деле это достаточно простой эффект. И то, что вы сейчас видели, это самый простой вариант. Я знаю, что у меня на канале было что-то похожее, но это немного не то. По сути, этот видос рассчитан на новичков, людей, которые только начали заниматься монтажом. И я уверен, вам понравится. Что нужно иметь для того, чтобы сделать такое? Камера, штатив и практически любая программа для монтажа. Всего три вещи. Самые популярные — это Adobe Premiere Pro и Sony Vegas. С самого начала... Еще задолго до YouTube, с самого начала, когда я только начал снимать видео и монтировать, я это все делал в Sony Vegas. И знаете, мне казалось, что это прям вообще супер крутая программа. Но потом я столкнулся с тормозами, вылетами и вообще нестабильной работой и всякой такой фигней. И вот как-то раз меня это совсем доконало, и я решил попробовать Adobe Premiere Pro. Поначалу переход был не безболезненный, это 100%. Но я должен сказать, что к новому интерфейсу я привык достаточно быстро. В общем, с тех пор я работаю в Adobe Premiere Pro, поэтому все показывать буду в нем. Прежде чем что-то монтажить, нужно что-то снять. Это, по-моему, какой-то мудрец сказал. Берем камеру и ставим на штатив. Если камеры нет, то можно использовать ваш смартфон. Если нет штатива, то камеру или смартфон можно всегда чем-нибудь подпереть. Тут самое главное, чтобы она не двигалась. Плюс ко всему, рекомендую вам выбирать такой фон, чтобы он был максимально статичный. Вода, деревья, облака будут вам мешать. Просто потом вам будет это тяжелее совмещать. Снимать нужно быстро, потому что если в сцене поменяется свет, то это тоже будет проблемкой. В общем, вот вы установили камеру и включили запись. Запишите для начала просто фон без ничего. Статичный кадр. Никто не ходит, деревья не шелестят, вода не течет, ветер не дует, бабушки в кадре не ходят. В общем-то, по съемке и все. Это основные моменты для того, чтобы вы понимали, как это работает. Дальше все зависит только от вашего воображения. Здесь можно придумать на самом деле очень много прикольных штук, потому что инструмент простой и очень гибкий. Скидывайте материал на свой ПК, открывайте программу и погнали монтажить. В общем, смотрите, ребятки, вот у нас есть два файла, два фрагмента видео. Первый — это чистый фрагмент, как я и говорил. Второй фрагмент — это где еду я. Смотрите. Находим место, где я попадаю в кадр, вот здесь. Нажимаем C, левой кнопкой мыши отрезаем. И находим, смотрите, момент, где я выезжаю за пределы. И также нажимаем на C, отрезаем. И вот у нас остается вот такой отрезок. Теперь хватаем и переносим его вот сюда. Выделяем верхний фрагмент видео. Идем в верхнюю вкладку слева, эффект Controls. Здесь находим инструмент перо и нажимаем на него. Таким образом создаем маску. Видна только та область, которая находится внутри. И нажимаем на значок часов. Соответственно, я двигаюсь, и маска должна двигаться вместе со мной. Чуть-чуть прокрутили и двигаем маску. Прокрутили, двигаем. И в другую сторону. И вот смотрите, что получается, если посмотреть все вместе. Здесь вы можете заметить очень резкие края. И здесь есть второй пункт. Вот увеличиваете его, и он размывает границы. Здесь, конечно, можно еще там поработать, все такое, но я просто показываю, как это работает. Для того, чтобы создать эффект того, как у меня в начале видео, как я еду сам за собой, нужно скопировать этот фрагмент. Просто зажимаете Alt и перетаскиваете фрагмент вправо. Размещаете его сверху. Я первый выезжаю, и выезжает сразу второй. Еще раз копируем. Но остается только наложить музло, и все. Красавчики, что досмотрели до конца. Ну, теперь-то можно и лайк поставить. А вот теперь конкурс на обработку. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под этим видео и написать любой комментарий с хэштегом «Хочу обработку от Сигачева». Победитель получает обработку от Сигачева. Где Сигачев? А, это же я. Всем удачи! Итоги, как всегда, в следующем видео. Пишите в комментариях свои впечатления от просмотра, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока!